Да пребудет с нами сила, да не покинет она нас никогда. Я вас приветствую, друзья. С вами Верус. Продолжаем играть за нашего джедая. В принципе, здесь сейчас получается, мы должны прыгать. Даже вон не столько прыгать, сколько для начала идти. Я-то думал, здесь не все так просто. Джедай вот-вот будет здесь. А наше подкрепление отступает. Хорошо. Сэр. Вперед! Отдых окончен! Поразил. Ай. Ай-яй-яй! Вперед, хотел толкнуть и опять не на ту клавишу нажал. Будь ты проклят! Да, я попал в него! А ну-ка, я вспомню, что я против толпы собирался использовать посох. Цель ранена! Давай, Стим! Попадите по нему, наконец! Он ранен! Ух ты как! От нас не скрыться! Я могу достать его! Да чтоб тебя! Всех до одного! Уничтожим цель! Он, по сути, спасает их. Ничему! Ну все, мы теперь один на один. Тебе от меня не уйти! Как не уйти? Попался! Ты трус! Страдай, джедай! Оп! Вот и все. Мешал лишь мне. Самую малость. Так, давай вернемся пока что к мечу. Одиночные цели в любом случае проще. Необходима энергия. И что ты мне предлагаешь? Тут это не ящик? Нет. А. Мне показалось, он шевельнулся. Так, энергия. Кстати, вот этот путь, скорее всего, ведет обратно. Ну, все эти дорожки перепутаны, запутаны. Сплетение. Вот, да, открыт короткий путь. Соответственно, мы можем вернуться. А, ну да, вот где паучихи вылазили, все правильно, да. Где паучихи вылазили, там мы можем вновь спуститься. Но нам это не надо. Еще один короткий путь. Но дальше-то я не могу пройти. Хотя подождите, вон там пишет, что можно якобы дальше идти. Да нет, там не дальше, там просто спрыгнуть показывает путь, что можно вниз. Однозначно. Эй, мы вас освободим. Помощь рядом. Посещение запрещено. Имперский дух. Я прекращу твою жизнь. Серьезно. Ты пожалеешь об этом. Ух ты! Тебе не убежать. Уже жалеем. Меняю стиль атаки. Серьезно. Попался. Нет. Ну, хоть какая-то анимация казни. Что у тебя, бедняги? Давай, давай, расскажи нам про этого дроида-охранника. Тяжелый, предсказуемый противник, проще всего парировать его атаки. Устаревшая система уязвима для взлома более совершенными дроидами. Нашел то что-нибудь? Есть, в принципе, мы их сможем переманивать. Ты
А обниматься? Чуви любил обниматься. Вот. Рад помочь. Кто готов навалять им перцем? Хорошо, поможем этим вуки вернуться в строй. Отлично, джедай. И вам спасибо. За все прям вот спасибо. Так, а еще один тайник. Хотя подождите, нет, там в бок есть какой-то проход. Я снова трубу не заметил. Если сейчас по этой трубе как раз таки может быть, вполне возможно. Вот по вот этой трубе можно пройти. Это не просто декоративно. Возможно, даже тайник здесь как раз будет. А тайники — это дело хорошее. Блин, как же я вас не люблю. Идем. Еще и слизняк какой-то боевой. Не взорвался? Взорвался. Кто это? Так, ладно, взламывай пока. Ну и в этот раз незабываемо открывать. Ну, началось. О, бывали там что-то было? Инциденты. Новый переключатель. Ну, просканировать. Что у тебя, беди один? Что это за существо? Что это за слизняк? Атакует медленно. Действуйте на опережение или уклоняйтесь. То есть у него рога и глаза, вот как раз таки это рога, по сути. Избегайте ядовитых. Молодец. Выбросов. Ядовитый выброс. Что творится? Так, ну точка сохранения, это хорошо. Ну как-то далеко мы заходим, там даже что-то летает. Наш милый аватар. Блин, дерево их, конечно, обалденное. Огромнейшее такое дерево. Хороший проход. Что скажешь? Но мы отсюда это не пройдем. Это путь в теневые земли? Должен же быть способ пройти. Ты прав, мы не можем обыскать весь лес. Лучше вернуться к Со. Угу. Угу. А там точка сохранения как раз. Эх, малет не зима. И какой-то вампир нас ждет. Ну ладно. Я думаю, мы еще с этим животным познакомимся поближе. Этот Джуманджи стучит, блин. Вы слышите эти барабаны? Это же не у меня тут Джуманджи возрождается. Третья часть. Джуманджи. О, тайник. Все-таки не зря сюда пошел. Действительно, тут тайник был. Увеличен максимальный запас здоровья. Переходит в сектор 7. Его называют теневыми землями. Место кишит врагами. Расширение завода. Расширяет подконтрольную ей зону на Кашиике, нацеливаясь на теневые земли. Но туда мы сейчас пройти не можем. А, что ж, получается... А, вот еще, смотрите. Ящик я не зачекал. Можно было пробежать. Даже не ящик, а просто прочувствовать силу. Ошейник вуки-рабыни.
и разорванный ошейник Вуки, который он принадлежал ранее, с яростью порвал этот ошейник, празднуя свое освобождение. Ну и теперь точно все. Вот и все. Уходим. Здоровьица. Ну, в принципе, на первой планете еще можно найти, я думаю, как минимум одну точку, а то и две, с тайниками, где будет лежать такая вот сфера со здоровьем. Блин, так канат выглядит аппетитно, но его использовать я не могу еще. Хотя нет, в принципе, выглядит он на карте вполне, да, допустимо. Если бы я не мог его использовать, он бы выглядел... О! Здесь Вуки. Возвращаемся. Которого сразу так-то и не спалить. На Ратамир тоже вернусь обязательно. Там нас не пропускали. Этот Вуки умер от ядовитых паров. Империя отравляет планету. Так, отравленные Вуки. Империя уничтожает все, что есть на этой планете. Теперь меня интересует другой вопрос. А ты будешь запрыгивать? Вот, будет все. Это у него временное помутнение бывает. Не допрыгнул. Не схватился. Просто временные помутнения. Сомневаюсь, что вот эти канатки — это основной путь, поэтому именно сюда сейчас иду в первую очередь. Серьезно, дружище. Ну как-то пособраннее надо быть. Или куда идет задача? Ну и задача ведет как раз таки, да, вот сюда, все правильно. Соответственно, здесь не основной путь. Попробуем. Попробуем. Раскачиваемся. Нужно как можно сильнее раскачаться. Давай еще разочек. И прыгаем. Вот, красавчик. В этот раз ты меня не подвел. И точка сохранения внизу. Это процессор дроида-бойца. Думаешь о том же, о чем и я? Это улучшение как раз. Замечательно. Этот стол не зря я сюда зашел посетить. Что-то теперь он сможет делать. Чего? А ну, скажи. Взлом дроида-охранника. Управлять поврежденным дроидом. Получается, то есть как раз-таки вот такими вот дроидами мы можем управлять, как я и сказал, буквально минуту назад. Так, цвет новый не появился. Куча всяких у нас прибамбасов, которые... Сейчас ставить не буду. Тут исключительно цвет хочу проверять, и все. Можно на синий поменять. Но на планете Вуки это такая зеленая планета. Пусть у нас пока что будет зеленый цвет. Открыть новый короткий путь. А, кстати, получается, это там, где мы были. Да. Все верно. Я сюда добирался. Я здесь сохранялся. Но про эту канаточку не видел. Витиеватые такие карты. Два очка здесь требуется. Здесь одно. Здесь импульс. Ну, можно. Ну, давай. Окей. Если не буду забывать переключаться на посох, то нечто подобное он начнет изображать. Последовательные атаки. Но где бабочка? Я помню, с посохом самая кайфовая тема была джедайская. Почему я вот больше всего предпочитал именно ходить с двухсторонним таким мечом, а не с двумя. Хотя порой вот, когда ты ходишь с одним мечом, там в джедайской академии, ну, кто не играл, было 4 варианта оружия. Простой меч, как он там считался, силовой атакой. Ну, то есть просто урон больше наносил, ну, условно. Потом был простой меч быстрый.
Вот также двухсторонний меч, причем также можно было переключаться, как и здесь, по сути, включать только одну сторону его. То есть, ну, использовать один меч, ну, не столько интересно было. Хотя я проходил со всеми мечами по очереди там. Стоп, впереди, больше всего, мы совсем рядом. Больше всего проходил, естественно. А почему ты его не убил? Я ж назвал. Естественно. Стой, а ну вернись! Я не убегаю. И два меча. Причем разного цвета. Вот с посохом я обожал как раз таки из-за этой бабочки приема. Он так красиво и эффектно смотрелся. Что здесь у нас? В принципе, мы можем вот как раз таки использовать. И больше ничего я не сделаю. Придется пустить разряд. Хотя нет, вот ящик. А, он начинает работать, и я умираю? Странно. Очень странно. Ну-ка, давай сюда зайдем. Это лифт. Я тебя уже узнаю. Я тебя уже узнаю. По идее, можно еще вот сюда забраться. Просто я не знаю, что основное будет сейчас. Вот любопытно сейчас, а если на крылья тоже умирает? Без разницы. Ну хорошо, тогда попробуем. Не, рано. По мне стреляешь? Вот таким вот образом. Нет, как минимум чуть-чуть не хватает. А так он не цепляется. Ладно, куча хп уже профукал. Бейте один. Но судя по всему, там можно забраться наверх. Ну, едем вниз. Значит, это, наверное, не основное. Хотя там через низ сейчас можем через подвал как-то забраться потом наверх. Мешает кто-то, что ли, нам? 12% исследовано. Эй! Что там, беди один? Мощь и страсть. Не выходит. Дверь закрыта с другой стороны. Значит, отсюда мы будем потом убегать. Скорее всего. Ну давай, лифт сюда. Хорошо. А, значит, все-таки как-то... Наверное, с подачи тока играться. Замедление можно, но это не то. Прыгнуть. Подачу тока остановить. Рубить. Давай, прыгай. Ну же, а что ты не хочешь остаться здесь? Только если я рядом. Да. Стоит отойти. И все закончено. Ну какая разница, замыкание, не замыкание? В принципе, заморозка это делает все то же самое. Ну давай попробуем, ладно. Допустим. Мы прыгаем сюда, да? Трубы здесь есть. Чтобы как раз пробраться. Ну, то есть... Будем головоломку тогда решать по мере необходимости. Не, воюет там с кем-то.
Нельзя тебя подвинуть при помощи силы. Дружище. Дроидик ты мой ненаглядный. А не мог бы ты там остаться, а? Потом мы как-нибудь с тобой встретимся. Я тебя не брошу. Потому что ты хороший. Даже вон тебе лапку отрывали уже. Все равно тебя отремонтировал. Допустим. Нет. Зацепиться вот опять же то же самое. А тут тоже он не цепляется. И как же мы тогда с тобой должны добраться, дружище? Все хорошо, BD-1? Приятно слышать. У тебя это все хорошо. Нужна помощь. Мы можем по клеткам залезть, я вижу. Вот вопрос, когда... Как-то, может, этих... Токи... Да не, ну тут одна. Ничего больше не делает. Максимум включает. А если... А, может быть на ходу? Вот тогда не умрем. Не замораживать. Вот. Да. То есть вариант такой. Почему мы тогда умираем? Так, ладно. Когда я пытаюсь заморозить это, а? Вот, хоп. Ну я же остался стоять, я даже не упал сейчас. Изверги, изверги. Нужна помощь. Ну зацепи. Я не хочу ждать. Да ты прыгни вперед, дружище. А ты прыгаешь бомбочкой в воду. Не, он срывается. Замедление нельзя врубить. Не успеешь. Чего-то я здесь не вижу. Чего-то я здесь не вижу. Нафига мне эта крутилка? На нее я запрыгнуть не могу. Я просто умираю. Кроме как... Этот эффект я ничего не меняю. Вот был бы двойной прыжок, я бы это преодолел бы без проблем. А двойного прыжка-то нет. И может и не будет никогда. Не, ну тут не зацепится вообще. Еще пару раз, а может и разочек упасть в эти грязные воды. И все. Наша песенка спета. Замкнуть. В воде не вариант. Давай попробуем
Вот, допрыгнул. Хотя бы так. И по идее, тут тоже допрыгнул. Все-таки нужно остановить просто. Почему заморозка не работает? Какая разница? Спасибо. Камера на заводе. При строительстве завода учитывалась только его продуктивность, но никак не комфорт и безопасность заключенных. Вот в классическом, опять же, вспоминает джедая, по-любому можно было бы запрыгнуть и на ходу. Темница! Без звуки нам не справиться! Скорей! У них подкрепление! Пошли, пошли! Это будет быстро! Дверь заклинила! Поддается, мы в ловушке! Нужно вытащить их оттуда. Так можно силой было бы сейчас, на самом деле. Смотри, нужно огневое прикрытие! О, дроидик. Что у тебя? Твои шансы на выживание низки. Ай! Пустяковый прошел. Ай, не успел уклониться. Апперкот. Молодец, апперкот. Давай возродиться. Кто меня, этот убил или дроидик все-таки? Дроидик недобитый. Имперский. Все, погнали. Погнали. Нет повести печальнее на свете, чем лифты и какие-то вентиля. Кстати говоря, здесь еще один какой-то проход есть. Но вряд ли по нему можно забраться. Он даже не отмечен. То есть просто сеточка. Обычно тут его разукрашивают, если можно использовать, или подсвечивают. Да. Сдаюсь. А вот как до ящика добраться? Вот опять же, мне кажется, чего-то просто мне не хватает, чтобы добраться до ящика. И чё ты стараешься? Я зацепил тебя! Зацепил меня, да? По-моему, такого еще не было. В принципе, с посохом я не так часто ходил. Поэтому не мудрено. Крутим. Нет. Да нет же. Необходима энергия. Ну вот, может быть. Говори, что ты сейчас опять будешь не цепляться. Где-то вот здесь. Нет. Раньше. Можешь что-то сделать, беди. Можешь что-то сделать, беди. Так идеально все было, а? Ладно, давай круг будем давать, потому что сразу... Ну, тут я допрыгну сейчас. А вот перепрыгнули. Сюда, ай, на, да. Лучше, короче, ближе ставить к тому краю, где мы находимся. С него сложнее перепрыгнуть, чем сюда.
То есть здесь он может зацепиться за край, даже если чуть-чуть не долетит. А за сам вентиль он цепляться особо не хочет. Внимание! Сосредоточить огонь! Мне не пробить его защиту! Он нас всех убьет! Я оплошал! Деятельность ограничена. Пустяковый противник. А кстати, на R только бездействующих, наверное, да, можно? Ой, да и обнимашки включились. Никчемный джедай. Твои шансы на выживание низки, очень низки. Нанесена травма. Да в него. А, вот. И теперь я могу его под контроль взять. Даже чуть хп восстановилось. Шикарно. Против штурмовиков вот как раз таки посох хорошо заходит. Там им можно и пару раз ударить. Свободу, Вуки! Вуки на свободе! На крышу! Свободу Вуки. Дроидик, ты не хочешь походить с нами, например, помочь, посражаться? Ну так. Это были просто предложения. Ничего мы не пропустили. Снова вниз. Ну, получается, вот она задача. Встретиться с Со на крыше. И Со мы будем делать. Да, мы здесь были, точно. Все верно. Не обманул. Короткий путь открыт. Все сделано для того, чтобы мы возвращались сюда в лобби. Отличный прием. Который сделал что? Пробурил стену нам. Ну, похоже, да. Что, стрелять будете? Ну, в промежутках, нет? Атакуем его, быстро! Ну, почти получилось. Ты не вскидывай ружье, ты его держи, наготове. Ладно. Он убежал! Вот и все. Мне кажется, или посох типа эффективнее в отражении? Эй, тряпка, сражайся! И даже пробивает защиту этих как-то посерьезнее. Так, это что у нас? Тряпка, это ты про своего товарища, наверное, да? Нелестного ты о нем мнения. Нелестного. Так, а вниз... Я могу по краю тут идти? Нет. О! Это было красиво, дружище. Короче, значит, надо подойти к краю. И как-то зацепиться, нет? Потому что тут он уклоняется, нет? Просто упасть. Попытаться зацепиться. Вот, да. Просто упасть и попытаться зацепиться. Причем от края он, вот в данном случае, отступает, да, отходит, он сопротивляется падению. А, нажать обычную кнопку, которая помогала нам спрыгнуть, не вариант. А тут бег, скорее всего, сейчас нужен. Камера не поворачивается? Нет. Ну, если камера не поворачивается, значит не бег. Хотя, ну, подсветка идет.
Блин, хотя это путь обратно. Это путь в никуда. Это просто короткий путь. Это я... Могу вернуться, если что, сюда. Да, все правильно. То есть этот лифт. И вот эта вот крутилка сейчас нам... Не особо-то и нужна. Это если я захочу от паучих примчаться вдруг к этому месту. Давай чуть восстановим. Порой пара единиц ХП могут спасти нам жизнь. Так, и где-то большой-большой лифт. А, большой лифт, вот он как раз. Просто перебраться нужно теперь на эту сторону. Да? Ну, Келище. Калище. А по бокам мы пройти не можем. Ну, точнее, мы уже ходили тогда же. Все, погнали. Вы чё? Не дергайся. Сейчас я обо всем позабочусь. Мы тебя одолеем. Его задело. Да, меня задело. То, что дроидик лезет обниматься. Я оплошал. Так, ладно. Сюда, скорее! Эй, тряпка, сражайся! Я ранил его! Нужен Стим! Прикрывайте! Вот и все. Еще сопротивляешься? Неразумно. Уверен? Там внизу! Целостность нарушена. Уничтожить цель! Попался. Быстрее! Вот, теперь... Никого не оставляй. Кое-кто нам помогает. Необходимо найти уязвимое место. Держать строй! Огонь по цели! Прикончим его! А ну-ка. Готовься. Стреляй. Гадай! Не хватает огневой мощи, чтобы пробить его корпус. Мы поможем. О, а вот я огневую мощь я обеспечу. Я надеюсь, можно будет захватить. Уязвим для собственных гранат. Поймать его! Как и не было, ходунка. Че, миссия провалена, что ли? Или ролик сейчас снимать? А. Друзья, это было тяжкое время. Мы потеряли многих, близких, родных из-за империи. Мрачное время. Но вера не угасла. Огонь не угас. Джедаи! Еще живы! Мы! Еще живы! Кашик! Еще будет наш! За свободу! Ты видел, что Империя сделала с Кашиком? Эта история повторяется по всей галактике. Нам, партизанам, не помешал бы друг джедай.
Я польщен. Но у нас своя миссия, и я не могу отступить. Пока. Предложение в силе. Не забывай. Кэл, я Марика Сан. А это командир Чойсик. Прости, я плохо понимаю. Чойсик говорит, что сделает все, чтобы найти Тарфула и поручиться за тебя. Думаешь, он все еще жив? Верь, Кэл. Мы будем на связи с твоим кораблем. За наше дело. За наше дело. Марика Сан борется за свободу. Знаешь Тарфула? Он был в отряде Тарфула, но его схватили. Тарфул не может рисковать другими, чтобы спасти его. Он был на заводе месяцы. Чойсик поможет найти Тарфула, но тот постоянно в движении. Потребуется время. Большего я не прошу. Спасибо. Похоже, Со готов пойти на что угодно. У него, конечно, особый подход. Но времена сейчас отчаянные. Нам нужны лидеры вроде Со. Даже если на кону жизни? Кто-то должен дать отпор Империи. Почему не мы? Я восхищен этим. Значит, у нас есть что-то общее. Доброго пути, Кэл. Мы сообщим, когда найдем Тарфула. Все. Я вас закликал. Отлично. Здесь есть возможность воспользоваться лифтом. То есть можно еще не уходить. А ну-ка, что ты можешь? Нужен разряд. Открыт короткий путь. О. Не, ну все ж понятно. Мне только непонятно, почему вы эти ошейники еще никак не поснимали. Все будет показывает. Хорошо. Все будет просто хорошо. Куда идет этот лифт? Я прослушивала переговоры имперцев и кое-что узнала. Возобновлен проект Бур. Вероятно, Империя вот-вот обнаружит еще одну гробницу Зефа. Похоже, у нас еще много работы. А вот, кстати, я к кораблю переместился очень быстро. А там я не подошел, я думал. Думаешь, как раз... что и другие будут в порядке? Всегда остались. Не там, да? Эй, спасибо за все. Всегда остаешься оптимистом. А вот, похоже, как добраться до тайника, до которого я не мог добраться. Или нет? Нет, нифига. Похоже, тут реально... Ух, ёперный... Кардобалет. Похоже, все-таки какого-то жумара или еще что-то в этом духе мне не хватает. То есть надо как-то прокачать дроидика нашего. Он не цепляется. А с той стороны я ничего не сделаю. Ну и могу переместить обратно ее сюда, но это ничего не даст. Ладно, если что, мы помним, что здесь рядышком прям есть. Я забуду. Ну, давай. За мной, Биди. За мной. Мы сейчас хотим подойти еще к кораблю. Там по-любому еще можно будет с кем-то поговорить. Я думал, что скорее всего сейчас подойду к кораблю и сработает какой-нибудь скрипт, и мы... Но... Все, прощай. Хотя, ну, в целом-то эта игра тут... Беди. Открытый мир и все такое, да? Типа мы сами решаем, когда улететь с планеты и остаться. Вы так долго сражались. Чему война вас научила?
Общая трагедия объединяет людей. Чем больше у нас отбирает Империя, тем сильнее мы становимся. Каждая несправедливость побуждает других присоединиться к нам. Сообща, мы победим. Как сегодня. Спасибо. Получилось. Мы были на волосок от провала. Без твоей помощи будет сложнее. Знаю. Но не могу отказаться от своей миссии. Понимаю. У меня есть сведения, которые могут пригодиться. Несколько оборотов назад мои люди обследовали покинутую деревню Вуки поблизости. Следов Тарфула не нашли, но мы узнали, что самый безопасный путь в Теневые Земли лежит через этот завод. План эвакуации на случай, если все пойдет наперекосяк. Верно. Когда будешь готов отыскать Тарфула, воспользуйся этим путем. Ну, мы уже видели. Рад, что нам удалось помочь Вуки. Только освобождение угнетенных. Вот откуда черпаются силы для продолжения борьбы. Каждая смерть, каждая безвыходная ситуация порождает бойца, который не боится проиграть. Больше таких, и мы победим. Это только начало. Все? Кстати, корабль времен войны клонов. Эх, ностальгия, ностальгия. У нас же, получается, все пути вот в темный лес, да, вот, да, в эту долину, все еще перекрыто. То есть каких-то навыков не хватает, чтобы туда проникнуть, соответственно. Ну, все, тогда сваливаем с этой планеты. На связи. На связи, на связи. Я рада, что ты с нами. Чисто такие рядовые теперь фразы будете. Рядовые фразы так рядовые. Пока поизучаем карту еще. Это все очень хорошо. Хотя вот еще какой-то подъем есть. Больше похоже, может быть, даже на спуск надо будет сбегать. Ради интереса. Винтовки? Склад оружия. Специальные имперские огнеметы. Флору и фауну Кашии. А здесь теперь не так-то безлюдно. Кто там? Беди. Я тебя слышу. Гонг-дроид. Дроиды питания EG-6, также известные как гонг-дроиды, служат в качестве портативных генераторов, когда требуется мобильность или отсутствует стабильный источник энергии. Их используют как гражданские, так и военные. Порой эти дроиды издают низкочастотный шум, который напоминает слово «гонг». Клянуть. На Зефа сила явила мне кое-что. Воспоминание кого-то по имени Астар. Мой супруг. Он отвлек штурмовиков, чтобы мы с дочерью сбежали. Нрав у него был горячий. А он... Да. Я нашел его тело. В глубине души я надеялась, что он жив. Я сожалею. Не стоит. Я рада узнать правду. Но если бы это была бы игра метро, сейчас бы такой... Звук был бы. Ты в порядке? Мы хорошее дело сделали. Я получила зашифрованное сообщение. Отцо? От отца. Моя дочь добралась до Чендрилы. Она спасена. Чудесная новость. Лучшая новость с тех пор, как я здесь. И все же тяжело быть вдали от нее. Миена, он даже так, персонаж. Отважный боец, служит под началом Со Гереры. На осажденной планете Кашиик. То есть так-то мы его тело могли не найти. Уничтожать миры. И, возможно, ее бы тогда тут не было. Мне так кажется. А может и была бы. Но просто недоступна. Для взаимодействия. А что с ним? Что с ним? Чего он провинился-то? Чего-то он жалуется на них.
получается. А, ну оттуда мы, в принципе-то, и прибыли. Там вряд ли мы что-нибудь найдем. Правда, вон ящик есть. Тут тоже есть процент исследования. Все исследовано, но два ящика мы не нашли. Один я уже ящик вижу. Второй тоже. И маршрутизатор, блин, у тебя сломался. Короткие пути не находишь. Я знал, что ты туда рванешь. Хорошо, беги. Что это? Рассвет. Кстати, неплохой тоже. Окрас зеленый. Ты мартышка, а? Не хочешь заглянуть? Что там у тебя? Дождливый лес. Да что ж вы все к пончу к этому пристали? Дайте нам какой-нибудь капюшончик джедайский. Вот это будет интересно. Эй, Цере. Кэл, рада, что ты цел и невредим. С нами связалась Мари Касан. Мы знаем, что ты не нашел Тарфула. Обожаю, когда мы впустую рискуем жизнью. Это чудесно. Не впустую. Мари и Чойсик прорвутся. Мне нравится твой оптимизм. Он бы нам всем не помешал время от времени. Эй, я тоже верю в свет в конце туннеля, который я увижу, если умру. Ты отлично справился, Кэл. Хоть мы пока и не нашли Тарфула, но ты спас многие жизни. Помни об этом. Спасибо. Кэл, давай не сейчас. Почему нет? Просто дай знать, когда захочешь лететь. А основная цель, ну, на корабль указывает. Ну, лети, голубчик, лети. Сейчас, по идее, у нас семена есть какие-то для посадки. И получается, одно мы пропустили. Раз через промежуток, да, посадилось новое. Хотя, может, не факт. Ну, по идее, примерно так это работает. Ну что, предлагаю тогда сохраниться сейчас и уже продолжить в следующей серии. Как раз новая миссия, новые испытания, новые знакомства и новые враги. Куда нас поведет дорожка силы. Всем добра, друзья мои, с вами был Вирус. Пока-пока.